بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وتراجع مراتب فكين كتاب التوحيد إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سودنا إن شاء الله قواة том, что из веры الله من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله это проявление терпения тому, что приписал Аллах. То есть один из видов имана, или же одно из проявлений имана, это терпение тому, что предопределил Аллах. Аллах в Коране говорит: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. То есть мы непременно испытаем вас بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, то есть страхом, وَالْجُوعِ, голодом, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ, то есть потерям имущества и душ, وَالثَّمَرَاتِ, также плодов, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, и обрадуй терпеливых. Обрадуйте терпеливых. Аллядина ида асабатхум мусибатун. Это те, которые, когда их постигает беда или горе, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Они говорят, что мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. То есть Аллах Коране говорит: обащири сабири. Обрадуй тех, которые проявляют терпение. И Аллах обещает, что Аллах испытает нас в этом мире. И сабр проявляется в трех вещах. Ас-сабр аля таати Аллах, то есть первое, это человек проявляет терпение в том, что приказал тебе Аллах, то есть он подчиняется Аллаху, выполняет его приказы и терпит. Мы знаем, что это тяжело. Мы знаем, что совершать пятикратную молитву, вставать ночью и выполнять другие молитвы, то есть дополнительные, это тяжело. Также пост, также джихад, также хадж, другие ибадаты, которые Аллах повелел совершать. И мусульманин проявляет терпение и выполняет столько, сколько он может. Это первый вид сабра. Второй вид сабра – это когда человек остерегается запретного. То есть проявляет терпение относительно того, что запретил Аллах. Не совершает то, что запретил Аллах. И это тоже очень тяжело, потому что шайтан всегда стремится, чтобы заблудить человека, всегда стремится, чтобы человек совершал эти грехи и украшает эти грехи и так далее. Третье – это терпение, предопределение Аллаха. То есть аль-кадр мы разделяли на два. Кадр мы разделяли на два. Кто скажет, на какие? Как? То есть кадр кауни и кадр шарай. Что такое кадр кауни? То есть то, что не касается религии, то, что Аллах предопределил тебе в бытовом, то есть твой внешний вид, твое счастье или несчастье и так далее, то есть все, что с тобой пройдет и так далее. Кадр шарай. Скажите, что такое кадр шарай? У нас есть выбор. То есть кадр шарай – то, что Аллах тебе повелел из религии. А там уже есть выбор, совершить его или не совершить. Раб здесь имеет, то есть у него есть выбор между плохим и хорошим. А что касается кадр кауми, он ничего не может поменять в этом. То есть у него нет выбора. У него нет выбора. То, что человек родился в какой-то семье, родился инвалидом или здоровым, или бедным, или богатым и так далее. Тут у него нет выбора. А что касается совершить ли благое дело или не совершить, тут есть у него выбор. Это разница между кадр кауми и кадр шара. И мусульманин, то есть мы сказали, что проявляет терпение относительно
того, что приказал Аллах, также проявляет терпение относительно того, что запретил Аллах. Это кадр шарай. Также он проявляет терпение, кадр Аллах, то есть предопределение Аллаха в бытии. Он проявляет терпение, то есть его может постигнуть несчастье, его может постигнуть болезнь, нищета, голод. Тут он должен проявлять терпение, это минимум. Есть еще высшая степень, когда человек доволен этим, доволен предопределением Аллаха. Это будет наивысшая степень, когда он доволен тем, что предопределил Аллах. Потому что Аллах в Коране говорит: «Иннама юваффа ас-сабируна аджрахум бигайри хисаб». То есть Аллах воздает за терпение без ограничений. За сабр Аллах воздает без ограничений. Также Расул Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Ас-сабр дия». Сабр, терпение — это свет. Терпение — это свет. Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху, говорил: «Аля инна ас-сабра мин аль-имани би манзилати ар-рас». Поистине, сабр, имани, подобно голове, филь-джасад, теле. То есть, его пример, как голова в теле. Мы знаем, что голова — это самая важная часть в теле. فإذا قطع الرأس بان الجسد, когда срубают голову или отрубают голову, она отделяется от тела. ثم رفع صوته, а потом علي بن أبي طالب رضي الله عنه поднял голос и сказал, فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. Поистине нет имана у того, у кого нет сабра. Нет имана у человека, у которого нет сабра. Мы проходим эти главы, то есть Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллах, составил эту книгу очень грамотно, понимая, какую главу писать, за какой. То есть очередно все он следил за этим. То есть мы изначально рассказывали о достоинстве таухида, рассказывали о многом, правильно? Рассказывали о большом ширке, о большом курсе. Мы еще рассказываем о том, что, как усовершенствовать свой таухид. Как усовершенствовать свой таухид. Недостаточно называться муахидом, а нужно его воплощать в реальность, следовательно. Мухаммад Абдул-Вахаб, рахимахуллах, приводит аят «Ва каули Аллахи Та'аля, о ман юмин биллахи яхди калбах». До этого, то есть Аллах говорит: «Вама асаба мин мусибатин илля би изниллях». То есть и не постигает кого-либо бедствие, кроме как по воле Аллаха. «Вама юмин биллахи». А тот, кто верит в Аллаха, «яхди калбах», Аллах наставляет его в сердце. «Кала Алькама». Алькама, рахимахуллах, один из табиинов, что говорит? «Хуа ар-раджуль тусибуху ал-мусибату». То есть этот аят относительно человека, которого постигает горе. فَيَعْلَمُ أَنَّهَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ. И он знает, что это от Аллаха. فَيَرْضَى وَيُسَلِّمْ. Он доволен этим и сдается Аллаху. Сдается Аллаху. То есть его таухид на высшем уровне. Его таухид на высшем уровне. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر. То есть две группы людей в моей умме, в которых есть куфр, мало куфр. الطعن في النسب, то есть поносит черепа родословные. والنياحة على الميت, и плакать, рыдать или оплакивать мертвого. То есть человек, который рыдает, плачет над мертвым, разрывает на себя одежду, этот человек недоволен кадром Аллаха, не проявляет сабр. Не проявляет сабр. Мы говорили, что можно плакать, когда человек умирает, но у него есть своя граница. Как это делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وَلَهُمَا عَنْ إِبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُورِ. В этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, более четко объясняет: не из нас тот, кто мандараб аль-худуд, бьет себя по щекам, когда достигает их горе. К
Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что лейса минна, то есть не является из нас, это имеется в виду, что это большой грех, очень большой грех. Поэтому не является из нас ман дараба аль-худуд, тот, кто бьет себя по щекам. Ва шаппа аль-джуюб, и разрывает на себе одежду. Ва даа бидаъва аль-джахилия, и призывает призывом джахилия. За это мы говорили, что такое призыв джахилия. Когда каждый человек призывает к своей нации, к своему племени и так далее, к своему роду. Это есть аль-джахилия. Даава аль-джахилия, которая, к сожалению, сегодня набирает оборот. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير. Это очень важный хадис. إذا أراد الله بعبده الخير. Когда Аллах желает своему рабу добро, عجل له العقوبة في الدنيا. Аллах в этом же мире ему дает наказание. وإذا أراد بعبده الشر. А когда Аллах желает своему рабу плохое, أمسك عنه بذنبه. Аллах удерживает наказание за его грехи, хатта йуафия бихи йаум аль-кияма, пока Аллах не воздаст ему за это в судный день. Мы знаем, что в судный день наказание будет мучительнее, страшнее и хуже, чем в этом мире. Любое, то есть наказание, которое постигает нас в этом мире, оно намного легче того наказания, которое постигает в судный день, потому что мы знаем описание ада, мы знаем описание мук ада. Во фис сахихе, достойном сборнике, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ла язалю балау биль абди, хатта ямши аля ал-арди, ва лейса алейхи хатия». То есть не перестает постигать раба испытания в этом мире. Хатта ямши аля ал-арди, ва лейса алейхи хатия. До того, что этот человек ходит по земле и нет на нем грехов. То есть очистил Аллах его в этом мире. Это раб, которому Аллах желает добра. Это раб, которому Аллах желает добра. Также от Аби Хурайра, радиаллаху анху, передается: «Ла язалю аль-балау лил-му'мини валь-му'минати фи джасадихи ва малихи». То есть не перестает постигать верующего мусульманина и мусульманку испытания «фи джасадихи» – его теле, «ва малихи» – его имущество, «ва фи валадихи» – его детях. «Хатта ялка Аллаха ва ма алейхи хатия», пока он не встретит Аллаха и не будет на нем греха. И не будет на нем греха. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تخشى بصلانك الله صلى الله عليه وسلم говорил إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. То есть великая награда с великим испытанием. Если человек, Аллах испытал человека большим испытанием, великим испытанием, то его ждет великая награда. وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم. И как Аллах, когда полюбит какой-либо народ, он испытывает их. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Тот, кто доволен этим испытанием, то Аллах доволен этими людьми. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخُطُ. А тот, кто злится на это, гневается на это, то ему гнев от Аллаха. То ему гнев от Аллаха. И мы знаем, что больше всего испытаний в этом мире постигло пророку. И ни один человек, или ни одного человека не постигнет то, что постигло пророку, алейхиму салату вассалям, потому что в достоверном хадисе от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказано: «Культу я расул Аллах». То есть хадис от Мус'аб ибн Саид ибн Аби Ваккас от его отца: «Культу». Он сказал: «Я расул Аллахи, айю нас ашадду бара». То есть каких людей больше всего постигает испытание? قال الأنبياء وصلّى الله صلى الله عليه وسلم قال اشتهت بروك ثم الأمثل فالأمثل أبتم тех которые ближе к пророкам يبتلى الرجل على حسب دينه. Человека испытывает в зависимости от его религии.
чем больше он придерживается сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, чем больше он следует его пути, тем больше Аллах его испытывает. И тем больше испытание его похоже на испытание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда человек призывает, как и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, таухид и сунны, его постигает то же, что и постигло посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы знаем, какие невзгоды постигло посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сегодня, когда какой-либо дааватчик призывает к Аллаху, люди думают и оценивают его по некоторым неправильным, можно сказать, критериям. То есть они смотрят, сидел ли он в тюрьме. Или испытание подобное этому. Испытание или били ли его люди и так далее. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверен хадис от Аиши, радиаллаху анха. Сказано, Аиша, радиаллаху анха, спрашивает, какой день был самым трудным для тебя, кроме Ухуда? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что самый тяжелый день его жизни, это Яум аль-Акаба, или Яум аль-Тайф. Когда он пошел в Тайф, предложил да'ва, предложил, чтобы они помогли ему, они поиздевались над ним. Они отвергли его, поиздевались над ним. И еще вдобавок выгнали его, побивали камнями, и он убежал. И это было самым тяжелым днем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И сегодня, когда дааватчик призывает религию Аллаха, к таухиду, сунне, самое худшее, что его постигает, это то, что люди насмехаются над его даватом, не принимают его даава, издеваются над ним. Это хуже для даая, чем то, что его сажают, или избивают, или убивают. Это хуже. Когда ты знаешь истину, когда ты хочешь донести его до людей, когда ты хочешь спасти людей от огня, и они издеваются над тобой. Вот что самое тяжелое было для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это тяжело его последователям. Это тяжело и его последователям. Мы знаем, когда мы своих родственников призываем, и они издеваются над нашим да'ватом, издеваются над нашей речью, издеваются над нашим внешним видом, как это тяжело для нас. Как это тяжело. Многие рассказывали, как они плакали после этого, когда их да'ват не принимали, когда их родители издевались над их да'ватом. Когда им читали аяты, когда им читали хадисы о том, что судный день будет, о том, что будет в могиле, они говорили, кто оттуда возвращался. И этот человек плакал, Аллахи плакал, что его дават не принимают, что над ним издеваются. Самое наихудшее вот это, брат. Но это не должно приводить человека отчаянию. Посланник Аллаха, то есть Аллах отправил ангелу, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в этот день, чтобы Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть ангел говорит ему, что Аллах не спасло, Джибриль говорит ему, что Аллах не спасло ангела, который до сих пор не спускался с небес. То есть это Малакул Джибаль, это ангел гор. И он говорит, ангел гор говорит, приказывай мне, я могу взять две горы и ударить ими по этому народу. То есть уничтожить этот народ. Что говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Самый тяжелый день. Его да'ват не приняли. Поиздевались над ним. Закидали его камнями. Дети и взрослые и так далее. Что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал? Нет, сказал, оставили. Может быть, в их потомстве будет человек, который будет поклоняться одному Аллаху и не предавать ему сотоварищ. Вы посмотрите на его сабр, вы посмотрите на его таваккуль. И ради, то есть надеялся на Аллаха, что Аллах выведет из их потомства человека, который будет поклоняться одному Аллаху и не предавать ему сотоварищ. Это и есть наша тоже цель. Чтобы вывести людей
из мрака ширка к свету таухида, из мрака бидаата к свету сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы не должны отчаиваться. И мы не должны говорить, что люди нас не слушают, не принимают, издеваются. Мы должны идти так, как шел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Терпеть так, как он терпел. Тем более, что нас не постигнет то, что постигло посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И то, что постигло сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что они более близки к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك